Я хочу, чтобы люди остановились, не ругались друг с другом, больше добра в сердцах, понимания и без давления. Мы же белорусы. Мы же белорусы, мы же все добрые, мы же все отзывчивые. Нужно тут проявлять совместно вот это все, свою любовь к родине. Хочу вот найти сообщение, которое приходит. Например, помоги в распространении информации, что творится в Беларуси, почему ты молчишь, и остальное все в оскорблениях. Я продолжаю свое любимое дело, поэтому, они, наверное, считают, что это так вот, что если человек остается на своей позиции, значит, его все устраивает, и ему все равно на страну, хотя это не так. Но какой выбор я сделала, он только при мне, и за кого я проголосовала, я знаю только одна. Я продолжаю тренироваться, я продолжаю выступать на соревнованиях, и мой флаг Республики Беларусь поднимается над просторами всех стран абсолютно. Люди, ради страны, чтобы нашу страну узнали, да, мы делаем все, прилагаем все усилия. Каждый хочет высказаться, я это понимаю тоже, у каждого своя абсолютно точка зрения, но не стоит переходить на личности, ругаться, оскорблять друг друга.